Чтобы снять это видео, мне надо вот так сделать. Коробка 21 килограмм. Как это думаете, что это? Это призы. Призы за нашу победу в конкурсе Hello City Sound с нашим видео про Токио. Номинация «Лучший монтаж». Я думаю, я поделю на две части это видео, потому что эту коробку я получил только что, а до этого я получил отдельно тоже большую коробку. Я думал, там вот эти призы и будут. Но нет, там был один огромный слайдер. Такой 1,20 м, о котором я расскажу отдельно. Сегодня я просто попоказываю вам на коробочке, что мне там пришло прикольно. Самому интересно, я не знаю. 14 миллиметров фокусная. Влезла. Вроде все влезло. Давайте открывать. Оп. Да, Панковский Егор. Обожаю все эти пупырочки. Шелести вам, наверное, в пушку вообще неприятно, да? А, так, и что это такое? Это кастомные антенны для сендера. Они просто симпатичные. Мне кажется, они ничем не отличаются. По крайней мере, не должны. Magic Arm от Holy Land. Спасибо, это пригодится. И еще два набора черных кастомных антенн. На халяву и уксус сладкий. Дальше какой-то кейс. Очень легкий. Обычный черный кейс. По ощущениям пустой. Что-то сюда надо складывать. Окей. Тоже штука приятная. Тут что-то солидное. Судя по ощущениям. Так. Квадратная карабинь. А в ней у меня... О, серьезно? Вы серьезно? Я думал, такого не будет. Они сделали деревянную наградную табличку, которую можно повесить на стену. Панковскому Егору Best Video Edit Award. Все серьезно, пацаны, не паленая контора. Вау! Зацените, она такая толстенькая, прям кусочек фанерки, такой приятный. Надпись, она... Что это, фрезерована, она ощущается, она объемная. И сзади тут... А, ее можно поставить, там ножка есть, ладно, сейчас не буду. Или буду. Я буду, и все буду. Поставлю куда-нибудь вот сюда. Да, потому что кто мы? Мы победители. Кто не с нами, тот под нами. Еще один набор кастомных антенн. Опачки. Какой-то светильник от Aputur. Это не MC4, это какой-то другой Aputur. Давайте открывать. Он waterproof-ный. Защищен от влаги. Серая TLCI 95 с плюсом. Это очень хорошо. Там в карабине вот такой опять чехол. Любят они этот формат все. Видимо, на одном заводе штампуют. И дрить, колотить. А, это здесь рассеиватель отдельно вот такой силиконовый. Он надевается сверху. USB-C кабель. И сам светильник. Мне кажется, он должен быть даже заряжен. Процентов на 30. Как обычно присылают. Вау. Так, она магнитная? Нет, она, к сожалению, не магнитная, как MC-шки. Но она тяжелая, она такая основательная. Прям она тяжелее MC-шки раза в 3, чтобы вы понимали. Вот этот брусочек. 2800 мАч, батарейка. Индикация заряда. Несколько режимов работы. Вау, какой яркий. Это режим бустер. Большое спасибо. Вся музыка в любых видео на этом канале из Epidemic Sound. В описании есть ссылка на месяц бесплатного использования этого сервиса. Пользуясь Эпидемиком, ты получаешь лучшую библиотеку качественной музыки для собственных видео и оказываешь прямую поддержку лично мне. Спасибо. Вот это я знал, что придет. Это Holy Land-овский классический сендер. Это обновленный дизайн 300 Pro. У меня на него есть обзор вместе с Mars X, который только с телефонами работает. Я делал такой совместный обзор. Классная штука, я пользуюсь. У меня вот лежит один комплект. У меня есть 400, 400S Pro, 300 Pro и будет еще один 300 Pro. Заранее предвещая комментарии, разыграй это среди своей аудитории, все эти ништяки. Ребят, я не один участвовал в конкурсе. Мы с командой ребят делали это видео. И этой же командой все эти ништяки между собой поделим. То есть, грубо говоря, все это пойдет в наш продакшн. А кому еще достанется, я пока не знаю. Но слайдер, который... Я в другом видео обозрею, я не там. Нет. Литчи. Литчи.
Это мне неизвестный. А, UC Union. UC Union делают... Там что-то металлическое звенит. Это какой-то, скорее всего, аксессуар просто. Лич Некромант. Я не могу сказать, тут не написано на Canon, Sony, на что-то Fuji. Я так подозреваю, она должна быть, типа, универсальная. Хотя, форм-фактор такой, бортики, мне кажется, под какую-то конкретную камеру. Но я потестирую на Сэшке, может, подойдет. Можно кастомизировать ее. Тут что-то выдвигается, можно разбалтывать. Зажимать провод какой-то. Короче, кастомная клеточка. Пригодится. Далее. У нас там большие коробки есть. Я все большое пока ближе к концу откладываю. Сейчас достаю сверху, что самое лежит. Это Lark 150. Это я тоже знал, что придет. Это беспроводная петличная система. У меня такая есть. У меня с ней был косяк очень сильный. Я там 3 видео с противофазой записал в разное время. И штука очень... Она хорошая, то есть... Вот единственное, что мне в ней не понравилось, это вот эта вот противофаза дурацкая. Поэтому будьте осторожны. Видео про противофазу у меня есть. Как с ней бороться. Беспроводных петличек много не бывает. Отправляется ждать своего владельца. Опачки, вот это мне очень интересно. Это накамерный 7-дюймовый монитор. А от кого? Best View. R7. Тачскрин, 3D латы, 4K, брайтность 1000 нит. В моем атомосе, на который я сейчас смотрю, 1500 нит, и это, ну, весьма ярко. Как бы я знаю, что есть мониторы современные, которые намного ярче, там 2000 нит и больше. Но 1000 нит это такая неплохая золотая серединка. Монитор давно хотел на камерный себе, кстати. Чтоб атомос не таскать, попробуем. Может, себе оставлю. Вот это очень приятный подарочек. Это стабилизатор от Jiyun Crane M2. Это для очень мобильных камер, супер маленьких, и для смартфонов. Про эту модель я слышал, сам никогда не пользовался. Потестирую, дам вам свой фидбэк в телеге, в инсте в том числе. GoPro можно повесить. Но она прям супер-супер маленькая. Но я очень рад. Так, опять что-то от Best View. О, вот это я хотел. Это телепромтер. А, телесуфлер, грубо говоря. То есть вот перед объектом, так, зеркалится. Перед объективом вы ее устанавливаете на, там, на 35 мм хотя бы, чтобы было фокусное. И можно читать с нее текст, сценарии пускать и смотреть типа в объектив. Вот как я с вами общаюсь, только я буду читать текст. Я вообще дичайший не фанат телесуфлеров. Я наоборот их как-то отрицаю, что ли. Но я лишь видел, как люди на них работают, и меня вот это раздражает. Может, я попробую, и меня затянет, и будете вы смотреть, как у Панковского глаза вот так бегают налево-направо. Best View T3. Так, какие-то хламиды-монады. Опять антенна. Зачем мне столько антенн? На кого это расчет? Зачем мне столько антенн? Всяких разных кастомных. Видимо, там есть еще какие-то сендеры. Сразу несколько коробочек достал. Это... О, Mars X, кстати, я его разыгрывал, а чувак выиграл у меня этот сендер, я бесплатно отправил. Не помню, что был за конкурс, я помню, что вот эту штуку я отправлял, и чувак писал, что дошла. Он работает только с телефонами, то есть у него нет выхода на HDMI, у него нету трансмиттера, это в принципе ресивер, по-моему, или как они называются, который отдает сигнал. Ага, это просто резинка на объектив, чтобы фокус крутить было удобно. Силиконовая вот такая резинка. Она как кольцо надевается. Хорошо. И просто безымянная, опять-таки, коробка от UC Union. А сразу могу сказать, что самые стрёмные коробки у UC Union. Они отвратительные. Вот такая накамерная ручка. Симпатично, симпатично, конечно. Выглядит круто. Нравится, что здесь есть вот такой разъем для трубки. Сколько она там, 15 мм, по-моему, диаметр, у меня есть такие. И можно повесить потом трубку, на нее развесить там микрофон, монитор. Хорошо, хорошая штука, кому-нибудь пригодится. Small Rig. Кстати, они не писали сегодня на почту, что-то хотят мне прислать. Коренани, 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 нечко. Это комплект, опять-таки, аксессуаров от Small Rig. Ручка. Тут прикручивается к клетке. Без горячего башмака она, холодного то есть. Но сверху 3 вот такие резьбы. Нормально. А, это клетка для монитора, я так понимаю.
Нет. Это клетка для смартфона, как я понимаю, да? Вот тут откручивается, получается, разъем расширяется, и туда вставляете свой смартфон, и потом вот так с ним снимаете. Вообще, кстати, прикольно, удобно. Я бы на iPhone, у меня 11 Pro, я бы, кстати, поснимал на iPhone. Попробовал для себя, так сказать, мобильную видеографию. Еще одна ручка такая же. И маленький топ-хендл, такой кастрированный чуть-чуть. У них вот такая модель есть, это, Smallrig, по-моему, Tilt, я думал. У них такая длинная она есть. А это вот такая пупуська. Мы близки к завершению, я вот тут достал кучу мелочи, и там две какие-то большие коробки. А по мелочи здесь, что это, табакерка? Пепельница? PGI Tech. Подождите. Я пока не... Так, подождите, что это? Серьезно? Такое бывает? Это брелок в виде карточки. Это какая? SDXS. 512 гигабайт. 280 мегабит в секунду. Нормальная, солидная, кстати, дорогая. Смотрите, алюминиевая флешка. Красиво. Нравится. А, еще одна совсем пиздулечка, извините за слово. Очень маленькая такая. Силиконовая, что это, вкладыш какой-то, PGI Tech, это мне не надо. Это карт-холдер. Карт-холдер в виде кошелечка какого-то. Он магнитный. Это вывалилось из кошелька, я не знаю, что это. А, это отвертка. То есть вот тут она как... Это я думал, типа как огрызок ключа, а вот тут типа отвертка. Вот так вращаете. Это SD-карт холдер. Цвет Navy Blue. Магнитный. У него застежка магнитная. Халяву люблю. Не могу просто вообще. Я обожаю халяву. А, я помню, они мне писали. Там что-то немножко изменился комплект обещанный. Там они доложили штативную башку. Это очень маленькая штативная башка. Если не ошибаюсь, она тоже смолриговская. Нет, это не смолриг. Селекшн. Ну, вроде было написано, что смолриг в почте у меня. Вот такая, кстати. Это видеобашка, кстати. Она плавная. Она еще возвращается, видите? Как видео головы делают, там, гидравлика. Вот мне не хватало какой-то такой фигни для цешки. То есть, понимаете, в чем прикол, да? Это не такая маленькая голова, которая во всех на ширине осях может поворачиваться влево, вправо. Она не поворачивается вот так, влево, вправо. То есть, вы по горизонту на штатив поставили ровно и можете только вот вверх-вниз панорамки делать влево-вправо. Выглядит прям прикольно. Такая колотушка, знаете, отбивные делать. Так. Ча-ча-ча-ча-ча. Так, и самое интересное, наверное, я не знаю, две коробки там какие-то большие. Большое же не значит хорошее, правда? Ага, это какой-то рюкзак. Камера бэкпэк. Мультифункционал. Смолрик, наверное, неплохой. Вот так он выглядит. Ну, я не фанат такого дизайна под что-то классическое. По ощущениям круто. Это прям мешковинка такая, как я люблю. А судя по опыту, когда я еще студентом всякое говнище дешевое заказывал с Алиэкспресса, подобные, из подобного материала рюкзаки, они до сих пор у меня где-то валяются в чулане. И им хоть бы хны, как новенькие. Поэтому такому материалу я доверяю. А вот эта вот под кожу вставка мне прям не нравится. Я больше фанат чего-то такого хай-течного, что ли. О, какой красивый цвет у него внутри, зацените. Он внутри такой салатовый, мятно-зелененький. Вот прям как я люблю, то, что надо. Вот сверху у него разъемчик. Тут получается чисто под камеру вот этот отдел. Очень красивый цвет. А он достаточно компактный. То есть вы не думаете, это объектив просто так широкий. Он изменяет перспективу. То есть относительно меня, ну такой обычный рюкзак. Лямки у него выглядят вот так. Есть вот застежка на грудь. Разгрузочная. На пояс нету, нету петли на пояс. Это что-то крупное от PGI Tech. Надеюсь, не клетка.
Возвращаемся. Дымовая завеса опущена. И это рюкзак, я так понимаю, One Go. 18 литров. Вот умеют упаковывать? Юсинион. Учитесь, смотрите. Просто бумажный пакет, но какой симпатичный. Он тут сверху даже прошит нитками, чуваки. Вот это вот у него сверху, вот здесь, кант красный. Это ниточка прошита так зигзагом. Заценивайте. 18-литровый PJ-Tech One Go Backpack. По ощущениям офигенный. Скользненький такой. Вот хай-теч. Вот такой я больше люблю. Опять-таки тут какие-то вот вставки в него под кожу. Понятно, что это не кожа, коричневый. Зачем? Вот зачем коричневый вот это все пихаете, а? Открывается забавным способом. Тут такая застежка. Ее надо потянуть. Оп. И оно открывается. И как это работает? Он открылся совсем. Он какой-то... пенопласт. А, он раскладывается. То есть его надо собрать. А эта фигня, она... формирует, получается, собственное днище. То есть они вот отстегиваются, как в камеробэгах во всех. И ты сам под свою камеру, под нужный тебе объем, вот на эти липучечки клеишь. Давайте попробуем собрать, кстати, да? Да. Пока у меня смутное ощущение. Мне очень нравится, как он ощущается, как он, в принципе, выглядит. Ну, так, нормально. А вот эта вся система, опять-таки, вот я там наклеил себе, допустим, липучек. Доступ тут можно только вот так сбоку получить. Либо с одной стороны, либо с другой стороны. Или сверху открывает, но чтобы его открыть сверху, надо отстегнуть целых вот так две молнии. Вот так выглядит спинка. Простенько. Тут есть уплотнения мягкие на области вот тут лопаток, где позвоночник, там наоборот выемка. Фурнитура, кстати, такая алюминиевая, она холодная, это алюминий, металл. А сейчас я спойлер покажу слайдер, который мне вот 2 дня назад пришел. Огроменно, я про него вот хочу отдельное видео сделать, поэтому сейчас так чисто его покажу для затравочки. Потому что там есть о чем рассказать. Вот он. Огроменная дурина, смотрите какая. Клевая и легкая. Вот такой обзор, ребят. Спасибо за ваше внимание. Буду подробнее изучать, писать пацанам. Участвуйте в конкурсах, развивайтесь, прокачивайте скиллы. Очень надеюсь, что вы такие штуки тоже будете выигрывать, получать. Потому что это очень приятно, поверьте мне. Сидеть, распаковывать все это добро. Это очень приятно. Это отдельный вид удовольствия. Подпишитесь на инсту, на телегу, следите за мной в дискорде, кстати, сегодня у нас, ну, вы уже не успеете, игра у нас сегодня будет. Бункер. Мы созваниваемся чуть ли не каждый день теперь. Поэтому, ребят, следите, я вас обнимаю. До следующего видео. Увидимся. Пока.